Подвиг советского народа помнят и чтят. Наша страна выстояла военное время не только благодаря мужеству и отваге воинов, но и стойкости и патриотизму тех, кто ковал победу в тылу. В Стерлитамаке одним из таких людей является Леонид Васильевич Шкарупа. Обучающиеся филиалы Республиканского центра культуры учащейся молодежи решили поближе познакомиться с тружеником тыла, заслуженным пчеловодом Республики Башкортостан. Леонид Васильевич Шкарупа родился в 1930 году в деревне Чудо Альшеевского района. Окончил 6 классов сельской школы и школу фабрично-заводского ученичества в городе Уфа. С 14 лет вместе с братом и сестрами трудился в колхозе. В июле 1954 года Леонида призвали в ряды советской армии. За время службы был награжден почетными грамотами за успехи в боевых и политических подготовках. После службы трудился в родном колхозе. Леонид Шкарупа уже с детства был приучен к труду. Молодцы. По радио объявили, что началась война. Нам объявили, что началась война. Ну, вот так вот. Тогда я еще в школу ходил. Четвертый класс. Ну, как раз не время, перерыв был. Работал на колхозе, что на быках ездили, на лошадях. Мы в школу бросали, временно бросили на это, лишь бы работать, пахать, бронить. Вот в летнее время так работали на полях. Леонид Васильевич не особо любит вспоминать годы войны. Можно сказать, что у маленького Леонида не было детства. Стать взрослым пришлось очень рано. И дело даже не в том, что приходилось работать наравне со взрослыми. Он пережил смерть близких, голод, страх. Один дядя погиб, а второго взяли в плен. Отец Леонида с фронта не вернулся. Пропал без вести в одном из сражений под Харьковом. Помню, мать рожала на вокзал. Ну, голодный год был, конечно. Там чернодавали по несколько, на второй день. Да. Ну, я не вернулся. После войны Леонид Шкарупа продолжил трудовую деятельность. У меня отец, он пчеловодом был. Сразу в колхозы, когда организовались, он на пачке работал. Ну, я с ним почти так, с молодецом, с пчелами почти занимаюсь. Ну, свои имел, потом уж колхозный стал. Пачку стал пчеловодами. Все время, всю жизнь считаю на пачке. Леонид Васильевич 48 лет проработал пчеловодом. В книге Василия Власова написано о работе на пасеках, успехах и достижениях не только Леонида, но и обо всех пчеловодов нашего родного края. Мечта была мотоцикл. Леонид Васильевич немногословен. Несколько лет назад он перенес инсульт. Но, несмотря на это, он полон юмора, оптимизма и всегда рад гостям. Пожелать им хорошей учебы, хорошей. Так опять. Ну, честное. Ну, слушаешь, дети в школе, так же дома. На таких теплых словах встреча с тружеником тыла завершилась. В нашей памяти и сердце всегда будет место для тех, кто трудился и помогал во имя нашей Родины. Большое вам спасибо!